В июле 1986 года в Ленинске-Кузнецком был создан городской совет ветеранов. На сегодняшний день в его составе действует более 54 ветеранских организаций, которые объединяют 15 тысяч активистов. С 30-летием создания городской общественной организации старшее поколение поздравил и наградил почетными грамотами администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа председатель городского совета ветеранов Виктор Бабак. Прекрасный праздник, 30-летие. Срок вроде небольшой, но сделано настолько много, потому что и пересчитать, пересказать это невозможно. Мы собрались для того, чтобы сказать людям, активистам ветеранского движения огромное спасибо за их безвозмездную работу, потому что люди идут просто от чистого сердца и стараются своим товарищам по работе помочь. За 30 лет Совет ветеранов стал самой многочисленной и авторитетной общественной организацией Ленинска-Кузнецкого. Часто ветераны сталкиваются с трудностями, но преодолеть их молодым душой активистам помогает сила духа и бесконечная любовь к городу. Мы в тесном сотрудничестве с администрацией города работаем, в тесном сотрудничестве с УЭК «Кузбасс» работаем. Областной совет ветеранов тоже нам помогает. Наш Аман Гумирович Тулеев – это просто человек, от которого зависит сегодня успешная работа ветеранского движения. Потому что столько внимания от него, и сегодня скандинавские палочки, и вы знаете, 10 числа будет очередная спартакиада для золотого поколения. Мы всех приглашаем и будем рады. Несмотря на возраст и большую патриотическую работу с молодежью, участники Совета ветеранов находят время и для творчества, которому нет границ. В доказательство на выставке, посвященной юбилейному дню, были представлены экспонаты, сделанные руками ветеранов. Это и картины, вышитые гладью и бисером, и подделки из природных материалов, цветочные композиции, вязаные изделия, искусственные деревья. Занимается дома для души. Но и хочется, чтобы и другие увидели, потому что все это много времени. Вот у меня со мной находится художник, который выставил свои картины. Это художник, и тем более мы считаем все, что она очень хорошо у нее получается. Последняя картина, которую мы ее увидели, «Яблони в цвету». Я говорю, я без этой картины не могу твою выставку показать. Вам всем здоровья. Быть активны, продолжать свою деятельность не только, как говорится, дома, но и с людьми общаться, а общение – это жизнь. Все участники Совета ветеранов, несмотря на почтенный возраст, обещают продолжать вести энергичный образ жизни, участвовать в культурных и общественных мероприятиях города, встречаться с молодежью и пропагандировать здоровый образ жизни.